В утренней дымке белеют вершины, образ Христовых щедрот. Пропасти рядом зияют большие, куда совершим поворот? Время летит, люди летят в тайную, ту или иную, небо одним, прочим же ад, этого мы не минуем. Вкусное любим, сладко едим, мягко одеться мечтаем, этим страдаем, с этим летим, с этой бедой умираем. Ветхая история в памяти свитков, много великих деяний. Ирод великий, Антоний великий, проклятие нимбы сияние. Если сегодня бы их оживить, без подчиненных, без войска, в пене кровавый обугленный вид, мерзкий видом и ростом, гордым владыкам, вождям и царям время отпущено кратко. Жили по-зряшному, ожили зря, от них побежишь без оглядки. Если б сегодня ожил Златоуст или Василий Великий, с ними сам Бог, и терновника кус вспыхнет неопалимый. В оргиях тонет дворец наслаждения, деспот невинных тиранит, все промелькнуло исчезнувшей тенью за бесконечностью гранью. Труден был подвиг таких, как Антоний, нет ни семьи, ни двора. Для наслаждения он умер, покойник, все посчитает за прах. Годы минули, промчались столетия, войн, революции не счесть. А от бездетного новые дети, им он духовный отец. Словно пылинка, мелькнувшая в линзе, пар и цветение травы, слились два плаща, рождение и тризны, горестью жизнь отравив. Этим-то мигом с приправой полыни должен я вечность решить. В Божьем Слове, в Божьем Сыне, Божьих достигнуть вершин. 17 августа 1983 года.